Мы пришли в красивое место, сейчас будем разворачивать нашу палатку. Настя, она что, светится? Да. Светится еще ярче. Нужно собрать. Нужно собрать. Какая красивая! Так как она светится, еще ярче стала! Ну что, заходим? Ты первая, я за тобой. О, Настя, ты посмотри, какая ты красивая! А где это ты очутилась? Какая здесь красивая карета! Неужели это дом настоящей принцессы? Вот это да! А сколько у тебя здесь гостей? И с этой стороны тоже даже гости. Даже есть волшебные палочки для принцесс. Можно выбрать любую. Хорошо. О, а тут что за сказочное место? Ты куда? Можно к тебе? Здесь ты можешь отобедать, да? И торт есть со свечками. Вкусные, красивые пирожные. Тарелочка для тебя. Пожалуйста, вам кусочек вкуснейшего тортика. Ой. Ничего страшного. Покушали, пойдемте еще смотреть, что есть в сказочном королевстве. Это что за чудо-комната? Урсула, да, здесь даже есть и плохие персонажи. Целый набор кукол. Вот это да. Есть и добрые феи. Смотри, Джин есть. И Малефисента здесь. Вау, домик. Домик для принцесс. Как же здесь красиво. Кроватки есть. Мягкий коврик. Лестница. Ванна. Здесь будет жить Золушка. Нижний этаж тоже обустроен под кухню и туалет. Ой, какие-то лабиринты. А здесь комнатка еще одна. Белль нашла. Мягкие креслица. Точно для принцесс, правда? Сказочно красивый стол. Здесь можно отмечать торжества. Даже торт приготовили. Целая комната с платьями. Ты здесь можешь стать кем угодно. Сегодня ты Эльза, а завтра ты можешь прийти сюда и стать кем угодно. Сколько здесь нарядов. Ой, здесь можно быть любой принцессой. Сколько обуви. Какая тебе больше всего нравится? Вот эти туфельки можно примерить. Так, туфельки на нашу Золушку не налезли, да? Я думаю, тебе подойдут вот эти волшебные башмачки. На каблучках. Ой, Настя первый раз на каблучках. Горка есть. Это чудеса. Это туалетный столик самой Ариэль. Представляешь? Да. Хочешь примерить ее бусы? Да. Браслетики. Украшения для волос. Точно для русалочки. Стол красоты. Смотри, может быть, тебе подойдет больше вот такая корона? Хочешь, примерим? Вот. А это туалетный столик для Золушки. Посмотрите, какой он прекрасный. Колеса красивые с бантиками. Стульчик. Все, принцесса наша устала. Да? Принцесса, просыпайтесь. Просыпайтесь, принцесса. Рано еще спать. Настя, кто-то плачет, ты слышишь? Так здесь же пупсики. И здесь они, ты посмотри, сколько много ребятишек. Они все расстроились, надо их срочно накормить. Всем нужно дать покушать. Видишь, некоторые уже не плачут. Все-все голодные. Наверное, никто не заглядывал в это тайное место. Давно, да? А на кухне-то можно похозяйничать. Что-то приготовить. Вот так достали мы сковородку. Прямо из умывальника. Ой, ну все, есть для хозяйки. И даже
краб Себастьян, да? Его чуть, наверное, не приготовили. Настя! Настя! А какая здесь красивая и уютная кухня, правда? Есть даже стиральная машинка. Ой, белье чье-то постиралось. Настенька наша тут кушает. Мы уже хотим домой и не знаем, как вернуться. Может быть, попросим добрую фею расколдовать нас? Давай. Не помогает. Нет, не помогает. Эта фея поможет. На-ка, дом. Это? Нет, ничего не получается. Ты знаешь? Нужно туда? О, Настя, мы нашли дорогу обратно. Вот чудеса! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!